26 числа он уже, 26 июля он не работает. То есть было много обращений, но нам никак его не могут отремонтировать. У нас проживает здесь более 7 тысяч человек, то есть это красногвардейский, Сосновый Бор и Писанец, вот эти населенные пункты. Множество людей пользуются услугами Сбербанка, также и банкомата. То есть они оплачивают коммунальные услуги. Кто-то, у кого-то кредиты и все остальное. Как вообще без банкомата? Да как в город ездим? В Уланаш или в Артемовский. Вот это 40 километров отсюда. Ну как зарплату получать? Деньги же представляются на карточку. Соответственно, вы нигде не можете. Нет. Ну, если что, банк работает, так он работает до 4 часов всего, в пятницу до 3. И 3 дня в неделю. И 3 дня, да. Ну, в течение часа приходится стоять иногда по понедельникам. Вот и когда открывают банк, он работает мало времени. Как сказать вам? На неделе он работает мало. 3 дня, по-моему, только. Понедельник, среда, пятница. Получается, что они за карточки ведь своевременно за обслуживание берут деньги. А качество свое они населению дают. Вот видите, в каком виде. Ремонтируют уже. Ну, прогнозы какие сделают у вас специалисты? Специалиста спрашиваете, не могу сказать. Он молчит. Слушайте, один банкомат на весь поселок, говорили нам люди, 2 недели. Почему не получалось его починить? То есть с запчастями были проблемы? С запчастями были проблемы. Столько же знаю, сколько и местные жители. Ясно. У вас очереди большие? Вот очень большие. Надо еще один банкомат ставить в поселке. Писали запрос начальству? Конечно, писали. Жители неоднократно писали. Но пока начальство не отвечает.